вами, как всегда, я, Андрей Плей, и сегодня я вам покажу, что делают блоки разрешить и запретить. Сейчас я вам покажу команду на блок разрешить. Повторяйте за мной. Сейчас клавиатура появится. Все, повторяйте за мной. Git собака s собака и команду на, естественно, сам блок разрешить. И вот вводим, и у нас появляется блок разрешить. Ну, у меня этот блок уже есть, но у вас он появится. Команда работает. И сейчас подождите немножко, я покажу команду на блок запретить. Сейчас. Вот, все. Команду сейчас покажу на блок запретить. Снова. Git. Ой. Сейчас, погодите. Да блин, да что это такое? Клавиатура почему-то не открывается. Снова собака S. Дальше пошел. Что такое? Все. Это команда на блок запустить. Сейчас я все уберу. Сейчас я вам покажу, что делает блок разрешить. Смотрите. Если мы поставим вот парочку блоков. Вот. Вот такую платформу сделаю. И включу режим приключения. Сейчас включу режим приключения. Включил. Смотрите. Сейчас. Вот. Я не могу ставить нигде блоки. Но если я подойду к этим блокам и поставлю на них предмет, то я смогу поставить блоки. Теперь, что делает блок запретить? Сейчас сделаю креатив. Что делает блок запретить? Сейчас покажу. Кстати, если мы сделаем это режим участника, то мы не сможем ни ставить, ни ломать эти блоки. Вот. Берем блок запретить и делаем такую небольшую платформу. Как будто бы дом. Представим, что это был большой дом, и гриферы захотели его сломать. И они, естественно, в режиме участника, так как это, если это наш сервер, инженер, тогда они будут в режиме участника. И вот, они подходят и хотят сломать наш дом. Но не могут, потому что они в режиме участника. И сами блоки они сломать не могут. Надеюсь, видео было полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!